little girl alone in my little world who dreamed of a little home for me. I played pretend between the trees and fed my house guests sparkling leaves and laughed in my pretty bed of green. I had a dream that I could fly from the highest swing. I had a dream. Мы очень долго думали над образом, что же сделать девочкам с волосами, и решили показать их красоту роскошных волос, сделать им очень романтичный, нежный образ, который прекрасно подходил под наши локации, под эти прекрасные цветы. Нам удалось сочетать их с волосами, поставить такие же цветы в волосы. Мне кажется, это выглядело просто великолепно. Девчонки молодцы, они такие красотки. Все декорации отталкиваются от модели, от той задумки, которая вообще планируется в конце. Девочки юные, девочки молодые, озорные, то есть они весенние, очень-очень свежие. Вот поэтому именно от этого было вот как бы такое вот, пошло уже вдохновение от этого. Финал уже зависит от Юленьки. Я думаю, что все будет замечательно, потому что фотограф классный. Я показываю свою нежность. Я всегда в душе юная леди. Я хочу пожелать студии казам оставаться же такой командой дружной и приглашать нас почаще. Мы будем очень рады. Было, конечно, то, что это мое, это мой макияж, моя прическа. Мои цветы. Энергетика, взаимоотношения девчонок. В общем, всем было очень классно. Я супер счастлива.